Ульяновские управляющие компании к зиме готовы на 80%. Для того, чтобы горожане не тонули в снегу в своих дворах, ульяновские организации уже закупили 510 тонн песко-соляной смеси. Почти 750 дворников, заключивших контракт с управляющими компаниями, будут работать в зимний период. Ну, объем закупаемых средств, он должен соответствовать объему жилищного фонда, которым управляют управляющие компании, соответственно, инспектора при своих проверках выходят из этого. Норматив рассчитывается по размеру придомовой территории, подлежащей очистке. УК, не имеющая своего парка снегоуборочной техники, должна заключить контракты с организациями, у которых техника есть. Компания, проверку которой нам удалось посмотреть, обслуживает не только свои территории, но и работает по контрактам. 50 тонн песко-соляной смеси было закуплено, был обновлен парк средств малой механизации, были уборочный инвентарь закуплен. Сегодня в Ульяновске обслуживается около 4500 многоквартирных домов. Собственной техники ульяновских компаний 45 единиц. Еще 90 организаций арендуют в зимний период. По оценке главного жилинспектора Ульяновской области, до наступления снегопадов компании будут готовы на 100%. Павел Половов, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.